Коллеги, ProDexpo 2022 на ваших экранах. Продолжаем вас знакомить с интересными людьми и производителями. Рядом со мной новый интересный производитель, самое главное, с очень красивой продукцией. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, зовут меня Константин. Компания наша называется «Домашние рецепты». Ну и она называется так потому, что мы делаем напитки на домашней рецептуре, но на современном производстве. Звучит как абсолютный вин-вин. Это прекрасно. Расскажите, пожалуйста, очень красивые упаковки. Расскажите, это что-то новенькое, невиданное еще или что-то уже проверенное годами? Есть позиции, которые действительно проверены годами, с нами с первого дня, так сказать, паровозы нашего производства. Это квас домашний муромский. Он как раз хорошо представлен в ритейле по ЦФО, по области московской, Москве. И есть новинки, такие как кисель. В этом году они еще даже не вышли на рынок. Это тестовые образцы. Есть лимонад на основе натуральных соков и есть разновидность квасов на все, например, и на лимонах. Вот. Еще есть линейка морсов, но здесь ее у меня с собой нет, к сожалению. Натуральный морс, выжимаем сок из ягод, разливаем стекло. Ну, такой премиум-сегмент мы делаем больше. Правильно ли я понял, что ваша продукция, получается, не могла, в принципе, поместиться на этот стол, и у вас наверняка есть павильоны, где представлено гораздо больше, и вы больше можете показать и дать попробовать? Все верно, мы представлены в двух павильонах, в пятом и во втором. Это в ЗОЖе и в напитках. У нас два стенда. Пожалуйста, приходите, попробуйте. Там, да, там действительно все 28 позиций нашего ассортимента. Прекрасные промоутеры, сотрудники, которые будут с удовольствием угощать всех посетителей. Ну, мы вот сейчас запомнили, где вы находитесь, поэтому с удовольствием всей съемочной нашей группы в наш перерыв с удовольствием попробуем вас найти. И вопрос такой от меня. Скажите, квас натурального брожения, наверное, он с каким-то градусом или нет? Нет, почему? Он сделан по ГОСТу. По ГОСТу допускается до 1,2 градусов. И наш квас действительно бродит, то есть он не пастеризованный, он не фильтрованный. Мы делаем точно так же, как делали раньше дома. То есть у нас осадок с закваской, хлеб, солод. Мы избавились от хлебопекарных дрожжей, к тому же, что позволяет гораздо улучшить вкус и немного продлить срок. То есть он бродит гораздо медленнее. Так же, как и овсяный и фруктовый. То есть это продукты незавершенного брожения с коротким сроком, но очень-очень полезные, очень вкусные. Спасибо большое. От всей души желаем вам удачи на нашей выставке. Надеюсь, что и с вашими новыми, со старыми продуктами, уже проверенными, познакомится огромное количество ритейлеров и все ближе к конечному покупателю. Надеюсь, в моем магазине рядом с домом тоже буду видеть большинство вашей линейки. Спасибо большое. Спасибо большое вам.